Домашнее задание на этой неделе будет довольно сложным. Прежде всего, потому что вам придется работать в группе. В группе из 3 человек. Анна Александровна пришлет письмо, в котором будут 2 адреса электронной почты. И вам нужно будет сделать совместно презентацию, которую вы опубликуете в нашем электронном курсе. Не затягивайте. Постарайтесь сделать, начать работу заранее. Прежде всего, кто-то один из 3 должен будет создать новую презентацию. Для этого в своей папочке облачных технологий вы должны будете сделать презентацию, назвать ее. Вам доступны 4 темы. Осень в Красноярске. Весна в Красноярске. Лето в Красноярске и зима в Красноярске. Выбирайте то, что больше нравится вашей группе. Обязательно дайте название, прежде чем поделиться презентацией со своими коллегами. И вот сюда, в это окошечко, нужно будет внести через запятую 2 адреса электронной почты, чтобы ваши коллеги могли начать с вами работу. Обязательно воспользуйтесь форумом. В этом форуме вы должны будете договориться о теме, о том, кто начинает работу над презентацией, и в конечном итоге вам нужно будет опубликовать итоговый вариант в виде ссылки на презентацию именно сюда. Как это сделать? Когда презентация будет готова, когда будет добавлено по 3 слайда от каждого члена группы. Ну, на самом деле, если кто-то не выйдет на связь, конечно, слайдов может быть меньше, но рассчитывайте на то, что 3 слайда на человека. Мы всегда сможем с Анной Александровной отследить, кто когда сделал свою часть работы. Поэтому насчет этого не беспокойтесь. Но когда будет готова ваша работа, вам нужно будет в меню «Файл» выбрать «Публикацию в интернете». И в отличие от того, что я показывал в ролике, нужно будет не встроить, а дать публикацию по ссылке, то есть скопировать ссылку и в виде ответа разместить вот в этом форуме. Если у вас будут какие-то вопросы, если что-то будет непонятно, обязательно пишите нам. Я могу записать дополнительные видеоинструкции, либо мы можем обсудить это на форуме консультации. Работа достаточно сложная, но постарайтесь выполнить ее в течение этой недели. Всего 3 слайда с вашей стороны. Удачи!